Не дают оплатить обучение ребенка средствами из материнского капитала? Обращайтесь в прокуратуру. В Химках выросло число случаев, когда пенсионный фонд не направляет средства на счет негосударственных учреждений. Обычно это частные школы и детские сады. Прокуратура напоминает, такой отказ незаконен. Согласно требованиям законодательства об образовании, индивидуальный предприниматель, имеющий в установленном порядке полученную лицензию на осуществление образовательной деятельности, ну, например, детский садик, да, то она приравнивается к организации, осуществляющей образовательную деятельность. Если вы получили отказ, проверьте наличие лицензии у образовательного учреждения. Если она есть, напишите заявление в прокуратуру.